Ну, короче, всем привет, как обычно, Apple Never. Я нашел один очень интересный баг в игре Granny the Horror Game. Он заключается с текстурками, там надо быть очень аккуратным, потому что малейшая ошибка, допустим, открыла дверь не в тот момент, и тогда тебя сразу прибьет бабуля Гренни. Действовать надо вот так. Мы приседаем, открываем дверь и заходим в текстурки двери. Заходим крайне аккуратно, вот так, чтобы у нас была такая линия перед глазами, потому что тогда она не понимает, где мы находимся. Как видите, она не идет, потому что она не понимает, мы с одной стороны, и со второй двери. Странная, да, ситуация, вроде бы, для обычного человека. Но для этой игры это абсолютно нормально, то, что мы можем проходить сквозь двери. Ну, вон, как видите, она идет, она все равно нас не заметит, скорее всего. Да, ну да, если она спалит, то я, в принципе, это бывает редко, но я был бы рад показать, что она это сделает. Во, она спалила. Повезло, так повезло. Сейчас я вам все объясню. Закрываем, ходим назад и подпираем дверь. Я, когда пробовал этот баг, то лоханулся и случайно нажал на руку. И у меня открылась дверь, и она меня убила. А вот так вот она вас не троллит. Можете, конечно, нажать на это, будет опаснее.